Нет, Максим, мы с вами продолжаем проходить игру «Чужой против хищника». Ну что ж, давайте начнем. Остановились мы на том, что мы играли за чужого. А сегодня мы, наверное, будем... Да, за хищника и будем играть. Ну давайте начнем. Тут ксеноморфы. Давайте... Так, сейчас загрузка начнется. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Так. И мы с вами теперь хищник. Нифига себе, ну-ка. Офигеть, мы маскироваться можем? Давайте тепловое зрение выберу. Так, ксеноморфы. Ах ты, скотина. Давайте. Так, вот. Ах ты. Мы с вами получили трофей. Отлично, но кто следующий? Ах ты, скотина. Ай, блин. Да блин. Так, убили. Получили трофей. Давай, давай, давай. Ай, блин. Давайте, давайте, давайте. Да блин. Ну давай, где ты? Хочешь поиграть? Ну да. Ай, все, он нас убил. Но мы с вами знаем кодекс чести, нужно уничтожить тебя. Мы же не хотим с вами умереть, как грешники. О, нас убили. Грустный момент. Ну вот, короче, хищник узнал о том, что его друга убили. Так, ну мы прошли с хищником. Давайте теперь начнем еще раз. Мы сейчас будем играть, как я понял, за хищника. Так, вот мы на корабле. Офигеть, тут даже на корабле можно играть? Так, вот мы заходим. Корабль, мне что-то кажется, что сейчас он разрушится. Так. Нужно взять оружие. Так, нужно идти сюда. Офигеть, тут даже вон, смотрите, добавили что. Так, ну нам клинки нужны. Так, взяли клинки. Идем, 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 идем. Так, разрушили, отлично. Уходим, куда нам дальше? Нам дальше сюда надо. О, ребят, смотрите, это же то самое место, где Хищник 2, помните фильм? Вот тут этот майор был, капитан. Когда тут ему старейшина дал, наш старейшина, когда ему тут дал оружие. Да, офигеть, тут даже корабль добавил. Мы с вами садимся в капсулу, как полагается, сваливаем отсюда нахрен. Так, отлично, мы свалили. Теперь мы, конечно же, упали на землю. Это уже дерьмовый знак. Нам придется мочить людишек. Ну и ксеноморфов, конечно. Так, я как понял, нам надо туда идти, да? Да, сейчас будет весело. Так, еще один. Так, получили трофей. Это хорошо. Так,
Идем. О, колониальный маркетинг. Ах ты скотина. Ну-ка, вот руку поднял, а? Я хищник, мать вашу. Так. Так. Теперь нам туда надо идти. О, твою мать. Да вы что, никак не сдохнете, что ли? Подыхайте, вы это не нафиг. Так. Все, идем дальше. Так, дальше. Вон дальше тут вот. Интересно, а почему вот у этого мужика только какая-то сабля в руках? Ну, мы тебя отпустим, ты достойный. Ах ты скотина. Ах ты чертов морпех. А, да вы, блин, издеваетесь. Ах ты скотина. Теперь мы идем с вами туда. А, нет, мы не можем туда пойти. А как нам? Ну что, через день надо это проходить, что ли? Нет, оно не открывается. Вот так, значит. Так, ага. Отлично, теперь пора сваливать отсюда. Что-то мне кажется, тут будут не очень дружелюбные люди. Так, куда нам надо? Куда нам... Правильно, кажется, пошел. А, нет, надо туда куда-то. А, да. Так, отлично. Отлично. Как, конечно же, тут эти уроды. Но тебя мы убили тихо. Нам лишний шум не нужен. Ах ты, скотина. Так. Теперь куда нам надо прямо? Опять этот андроид чертов. Твою мать. Так, веселье только начинается. Вот. Так вот мы пришли. Теперь надо вооружить нашего хищника. Ага. Стой.
он покупается, что ли? И это не покупается. Да, понятно. Ну, а на этом у нас, пожалуй, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, проходить ли мне ее дальше. Ну, это была третья серия. Всем удачи и всем пока.